На месте оползня на Макаренко 8 накануне побывал глава Сочи Анатолий Пахомов. Земля здесь дошла уже до уровня третьего этажа. В связи с этим был введен режим повышенной готовности. Я, как председатель ЧС, объявил повышенную готовность. Естественно, в рамках повышенной готовности мы будем принимать меры к безопасности. То есть, прежде всего, это вывести этот оползень сам, то есть землю. Но, с другой стороны, как только мы закончим вывозить, по всей вероятности, мы будем делать опять проект геологии и, скорее всего, либо водоотведение, либо укрепительные работы будем здесь производить. Всего нужно вывести около 10 тысяч кубов земли. Объем колоссальный. И без строительства подпорной стены, конечно, не обойтись. Вина застройщика здесь очевидна, ведь именно он построил дом на садоводческом участке, как ИЖС, и узаконил его через суд. Построил без проведения геологической экспертизы и не предусмотрел укрепительные работы. В связи с этим жители шестиэтажки вправе обратиться в правоохранительные органы и суд с целью привлечь застройщика к ответственности и обязать его исправить ситуацию, в которой оказался дом. Дело в том, что вот видите, почему его сюда привезли, там второй язык. То есть здесь, убирая этот, да, здесь озеро еще образовалось, он дом построен, представляете себе, прямо чуть ли не в русле, мы уже ручья, это все понимаем. Да. То есть, я еще раз говорю, морали читать сегодня жителям, которые... Понятно, Анатолий. Я вам сегодня на планерке земли... объяснил, что мы можем сегодня принимать такие решения. Законные, нам никто не подступится, мы все делаем по закону, да? Да, Анатолий. Да, но есть еще Божий закон, это первое, да, его нужно тоже соблюдать. Анатолий Пахомов отметил, что несмотря на то, что земля, на которой стоит объект, не принадлежит муниципалитету, городские власти жителей пострадавшего дома один на один с бедой не оставят.